Продолжаем осваивать Steadicam G5 для Sony SDR. Опачки. Flutter, вибрация. Ну все пошло. Ну что, вот еще расчистили. Вид на Донец. Сегодня 10. Нажимаем тренировка. Тренировка. Это маленький. Зеленый. Вот. Ходьба без цели. Опачки. Цвей. Дрей. Погнали. Отматывать мили на кардан. Так. Фу, хорошо, хорошо. На природе. Вчера я отсыпался, так как ночь с 7 на 8 провел на рыбалке. Делал, так сказать, закрытие рыбацкого сезона. Несколько рыбалок до этого у меня были безрезультатны, хотя сазаны ходили, были, плескались, но не брали. Кукурузу они уже не берут, днем они уже особо не берут, осталась ночь, и поэтому для того, чтобы закончить дело с благоприятным исходом, вот именно это мне не давало покоя, предпринял рыбалку. Было 4 поклевки. Первая мимо рядом. Где-то часов в 11, полдвенадцатой ночи. И потом 2. Я уже, правда, их прозевал. Слушать слушал. А туман был такой. Такая мистическая ночь. Туман. Холод. Ты сидишь в машине. Стекло так сантиметров на 10 приоткрыто. Такой небольшой сквознячок. В белой машине. Ну, не услышал. Потом думаю, дай-ка я пойду проверю. В 2:30 примерно так. Ага. Две дальние донки. Дедовская снасть. Сработали. Колокольчик дрыгается, а на другой вообще упал. И леска так круто идет в сторону берега. Вот, видать. Начал я с ближней, а на дальней, видать, был еще больше сазан, который все перепутал. И я пока этого первого ближнего вываживал, думал, что такое, зацепился, не идет. Тут уже и осторожно надо. Крючок легко вырвать из пасти сазана. И все, значит, тут не железный же зацеп. Искусство уважения важно. Осторожно, без рывков, иначе рывок все вырывается. Особенно если большой сазан. Крючок может разогнуть, разорвать поводок. Вот такие вот вещи. Вот пока суть до дела. Я его вывел на второго. Вроде что-то потянулось. И опа! Пошла легко.
легко пошла. Смотрю, крючочек-то оборван. Ну ладно. И потом уже под утро еще поклевочка на ближнюю мою удочку. Специальная такая. Варено. Видит, что на них смотрят. Значит, надо текать. А то это хорошим не закончится. И если на тебя уже смотрят, значит, что-то уже на тебя имеет какие-то виды. И кроме как пульнуть, ничем это не заканчивается, как показывает практика, особенно в Воронеже. И вот я еще. Сазан оказался на 2400. Взвесили 2400. Другой еще на килограммчик с лишним. Все, казалось, весит 4 килограмма. 400. То есть тот кило 700. Ну вот я приехал. Приехал домой. Ночь не спавший. Естественно, до обеда я поспал, так как я промерз, то после обеда сходил в баню. На седьмом десятке бессонная ночь так просто не проходит. Это уже большие нагрузки для организма. Хотя во всем должна быть закалка, тренировка и сноровка. Вот что касается моей рыбалки. И вот теперь ночью поспал. Лег пораньше, вчера, часиков в 9, наверное, с небольшим. И благополучно проспал часов до 3 ночи. Потом камера слежения. Проснулся ночью, взял iPad, нашел радио Релакс. Оно у меня стоит. Я его и только слушаю. Оно у меня подсоединяется через Bluetooth с колонкой. Колонкой Marshall. Естественно, там динамики получше. Включил, музычка полила спокойно, то есть все. И я не заметил, как под эту музыку заснул. Кстати, как только начинаются различные мысли, что мешает спать? Вот человек проснулся посреди ночи. И, естественно, мысли какие-то в голову лезут, и пошли они крутить, крутить по кругу.
То есть она проходит, человек промыслил определенную ситуацию, вроде бы все, а она незаметненько опять по этому кругу пошла. Ту же ситуацию, несколько иначе. Потом опять, и еще добавляется. В принципе, то же самое. А тут наше сознание следует за звуком извне. Прислушиваешься к звуку, и все. Что-то там слышишь. Так настроено. Естественно, могут быть мысли, но когда ты слушаешь, они... Мыслительный процесс прекращается. И ты больше слушаешь. Слушаешь, успокаиваешься, расслабляешься. И незаметно под музыку засыпаешь. Проснулся в 9 часов утра. Так, что у нас тут? Какая-то ерунда попала. Какой флаттер сразу. И не вылазит. Под бленду попала. Главное, съемки не мешает. Вовнутрь попала. И ты засыпаешь, видать, когда никаких действий не предпринимается, iPad через какое-то время сам отключается, колонка тоже отключается автоматически, и все очень хорошо. Можно также делать добро здоровиться. Можно также сделать, чтобы она будила под музыку. Устанавливаешь, соответственно, таймер на радио. И начинает играть музыка. И ты просыпаешься. Не под звонки какие-то. Гудящие, будящие. А под мелодию. Стедик работает, работает, работает стедик. Ну, те доступные положения, которые сейчас делают, он хорошо отрабатывает без всяких вибраций. Обычная рука ниже не ходит. Вот так она еще может быть. Идешь. Сейчас на себя наверну. Нажал на кнопочку, она опа, развернулась, селфи делает, yes. Отпустил на 5. Прорезиновая ручка. Удобно. Рука не мерзнет. Что очень-очень важно вообще. Для удобства. Иначе пошел, взял. Ладонь отмерзла и все. Что тут у нас? Километр прошел за 13:19. За 13 минут я делаю километр. Ну, сейчас скорость раскочегарится. Может быть, следующее я сделаю меньше, чем за 13. Немножечко побыстрее пойду. Что бы я еще хотел сказать? Это то,
что в свое время я занимался, о, кто это бросил сверху, вон она ворона сидит, бросила вон она, под дерево разлезла, бросила ракушку, ракушечку поела. Так в свое время я занимался разными проектами. Часть из них удалась. Причем великолепно. Часть из них, скажем так, мягко отложилась. Удались это с книгами. Причем волны книг были несколько раз. 90-е годы, первая волна. Потом 2000-е годы, начало, вторая волна. Третья волна на телевидении. Бум такой был. Многие авторы мне говорили: мы там написали книжечку, стоит книжечка, заходим в книжный магазин, смотрим, а там полки, не полка, а полки с твоими книгами, так и написано. Вот это да, думаем, нам бы так. Ну и телевидение удалось, причем тут. Я скажу, потом поясню. Эрнст Константин Львович гениально прочувствовал фишку в передаче. Это именно лунные сутки. А теперь начну по порядку. Можете это не слушать, а можете послушать, дабы понимать, с чего это все начинается и к чему это все течет, что из этого получается. Лунные сутки. Так вот, где-то в середине 90-х я был в одном издательстве «Феникс». И там мы с директором издательства заговорили. Книга популярна, не популярна, такая, сякая. И насчет календарей. Календари выпускались в виде отрывного. Вешается такая стопочка на стенку. И каждый листочек отрывается. Они сейчас выпускаются. А на обратной стороне можно прочитать какую-то статью. А спереди, что это за день, месяц, число. И, естественно, настенные. В виде альбомов висят на стене. И все. Я ему сказал, Леониду Ефимовичу, что я сделаю календарь, лунный календарь, оздоровительный, в виде книжечки. Он говорит: да ну, эти книжечки никогда не печатали. Это дело незнакомое. Такого до меня не было раньше. Ну, у меня было понятие, а именно, а это понятие очень важно преподнести. То есть любую вещь надо обоснованно преподнести для того, чтобы
человек понял ее важность. Фишечка такая. Так как я увлекался и увлекаюсь биоритмологией, то меня затронули в свое время слова Байрона, его стихотворение. Приливы есть во всех делах людских, но тот, кто их использует умело, преуспевает в замыслах своих. Но их-то надо знать, и в этом все и дело. То есть лунный цикл — это такая штуковина, которая за счет гравитационного воздействия, которое внешне выражается в приливах и отливах, руководит жизнедеятельностью на всей планете Земля. То есть под влиянием волн гравитации хотят живые организмы или не хотят, причем все, от вирусов, микробов, слонов, китов и людей, им подчиняются. То есть это энергетическое влияние, которое было положено в основу жизни на планете Земля. И под действием этого энергетического влияния вообще-то жизнь сформировалась. И я, разбираюсь примерно, что делают отливы, приливы, как они влияют, я взял три шарика: Земля, Луна и Солнце, и начал их вертеть, понимать, где приливное действие, гравитационное действие Солнца складывается с Луной. И получаются самые большие приливы. Где оно вычитается? Когда Земля находится между Луной и Солнцем. И как бы она водную оболочку раздирает в две стороны. И те фазы, когда планеты расположены так, когда наименьшее влияние, в природе наступает покой. Я с этим долго разбирался, делал макет, выяснял для себя. Нарисовал такую интересную картину, графически, как это происходит. Она весьма интересно получилась. Вообще разные знаки, смотришь на знак ОМ, что я вам уже рисовал, что он, по-моему, означает. Вот, графически. Свастику взять. Это как меняется идущий от Солнца солнечный ветер. Имеет такую примерно траекторию, картинку в виде креста. А больше всего это магнитное поле, идущее от Солнца. Оно идет секторами. Они также закручиваются в виде свастики. А тут своя такая интересная картинка. Я аналогов такой картинки не видел. И вот положу его в основу. Сейчас еще надо сказать о гравитационном воздействии. Отступим немножечко. Вообще-то, если учитывать и другие планеты, которые расположены по-разному. Кстати, один ученый
высказал предположение о катастрофах на Земле, таких глобальных, особенно связанных с землетрясением, со сдвигом тектонических плит. Это связано с гравитацией, когда планеты выстраиваются в пространстве так, что их суммарное действие гравитационных сил складывается, и они за счет этой силы влияют на Землю так, что плиту можно дернуть. Естественно, ее смещение вызывает сдвиг, а это возмущение в мировом океане, она проседает или вздыбится. Огромная масса воды возмущается. И помимо землетрясения идет еще волна цунами. И я пока не беру эти планеты в расчет. Я просто взял два. Земля и воздействие на нее гравитационной энергии Солнца и Луны. Все. То, что самое мощное, и то, что самое близкое. Так вот, это гравитационное воздействие, оно влияет на жизнедеятельность человека, на его физиологию раз, на его умственные способности два, повышая, понижая, влияет на обстановку на Земле 3. То есть она может быть благоприятна, может быть неблагоприятна для тех иных действий. Ну, естественно, и меняется эмоциональная составляющая. Это четко прослеживается. У нас, получается, 2 километра прошел. Прошел за 12 минут с чем-то. Уложился. Незаметно за разговором. То есть три вещи. Физиология, умственные способности, эмоциональные. И возникновение ситуации благоприятной, неблагоприятной для человека. Именно о чем говорил Байрон. Можно ли этим воспользоваться человеку или нет? Грубо говоря, идти ему в магазин, который закрыт, или который сейчас открыт. То есть это вот важно знать. Это грубо, просто и ясно. Вот эти три вещи я пока для себя хорошенько уяснил. И с учетом этих трех вещей я читаю «Лунные сутки», что там древние мудрецы рекомендовали, начал давать рекомендации. И сам пользоваться, естественно, и лунные календари с учетом лунных суток, их действия. В книжном бизнесе начали набирать обороты, популярность, до сих пор популярная. Помимо этого, это лунный цикл, помимо этого, есть другой цикл. Энергетическая смена секторов космоса, секторов пространства. Так называемые пять первоэлементов. В этом деле я тоже немножечко разобрался. Все рекомендации древних, они направлены именно на это. И я сделал опять-таки соответствующую модель, которая показала, как пространство устроено. Вещь очень интересная. Эта модель показывает, добро здоровится, показывает вообще, как устроено не только пространство в виде огромного кристалла, но и по подобию пространства строится вообще любое пространство
находящиеся в нем, то есть во Вселенной. То есть человек построен по подобию космического пространства. Там имеется 12 граней, 12 основных энергетических каналов, 5 первоэлементов. Полость этого первоэлемента выполняет в космосе, так и в организме, те или иные функции. И все это продолжается 72 дня с переходом и так далее. Все эти 12 энергетических каналов, 5 первоэлементов, 8 чудесных сосудов, в которых энергия запасается, все это запечатлено в этом кристалле. Как-нибудь я о нем расскажу, хотя об этом рассказано в книгах. Это особо, правда, никого не интересует. Хотя это высшая математика. Оздоровление и вообще беритмологии, да и вообще связано с космической деятельностью. Все это в той или иной мере влияет на всю деятельность человека. Запуск ракет и прочее, прочее. И соединил это, то есть получилось, что календарь у меня захватывает циклы смены этого пространства по 72 дня. Восточный Новый год начинается весной. И опять-таки с новолуния начинается. И пошла первая 72 дня, которые активируют работу печени. Называется первый элемент дерева. Далее через землю 18 дней, потому что энергия. Я выяснил, почему построю эту модель. Почему именно 18 дней? Она уходит через первый элемент, через середину. Это земля, первый элемент. И выходит на следующий первый элемент, который нам длится 72 дня. И уже активирует совсем иные органы. Например, сердце, тонкий кишечник. И так далее, и так далее. В календарях это кратенько описал, чтоб люди это дело понимали. И в конце концов, когда я дальше разбирался, люди уже нашли, что в течение суток имеются другие активности, когда внимание повышено, когда оно рассеяно, когда ловкость рук там хорошая там и прочее, прочее. Когда сила проявляется, все это. Я, правда, этим особо не пользуюсь в прогнозах. Больше использую то, что я вам рассказал. И получилось, что календарь заработал так, как надо. Люди поняли эту фишку, что чистить печень надо тогда, когда она активна весной, а осенью ее не надо чистить, потому что она не активна. И те, кто чистили печень осенью, толку не получали и писали мне. Раньше вообще была большая переписка. Переписка письмами, сейчас переписка идет через электронную почту и через YouTube. Она тоже набирает обороты. Короче, календари заработали. Это было в середине 90-х. Выпускался сначала общий календарь, потом женский. Далее общие женские, потом для пожилых,
потом еще там связанное с садоводством даже. То есть календари неимоверно широко были представлены. И именно об этом кстати, информация об этом разрознена, но все имеется в восточной литературе. Я не хочу сказать, что я первопроходец, я просто соединил все это. Лунный календарь, сезоны года и представил в простой рабочей форме. И вот эта фишечка заработала. Ее же схватил Константин Львович Эрнст. Как бы сказать, да это то, что надо. И вот когда программа началась, его были следующие рекомендации. Я должен в начале передачи стоять перед камерой с суфлером и читать лунные сутки. Глаза в глаза. Вот так вот. Что сегодня за день? Чем надо заниматься, то есть чем наиболее благоприятно заниматься. Вот то, что рекомендуется в лунных сутках, вот это получится с большей долей вероятности. И вот я читал эти лунные сутки, а я вообще не чтец, и мне приходилось читать для того, чтобы научиться по 10-15 раз одно и то же. Можно было одно и то же, но я, так сказать, не настолько был неумеха, чтобы так долго все читать. Но вначале приходилось, а именно ты сбился, начинаем сначала. Выражение не то, начинаем сначала. Интонация не та, начинаем сначала. Слово поковеркал, начинаем сначала. И так это... И так бывало, по часу-полтора записывались там лунные сутки на ближайшую неделю, 10 дней. Кстати, сейчас я все 30 лунных суток записал за 40 с небольшим минут. Но потом я поднаторел, и как чтец я стал своего рода актером. Чтец-актер. Я понял, а вон белка скачет, что важно не столько, столько прочитать, как все это сыграть. Надо это все сыграть. И я начал играть. Белка-стрелка сидит. Кушать давай. И поскакала. Жинь-жинь. Орешки я принес, они там. Правда, они лежали, испортились. Это такой бельчонок. А вот есть ее мама, она такая пушистая, хорошая. Орешки я приносил. Их в основном вороны растянули. Сейчас я посмотрю. Фундук я принес. Их никто не заметил, но потом я проследил, что туда подлетала сойка. Сойка все-таки нашла и все съела. На пенек я их высыпал и нашла их сойка и все потихоньку потягала. И я научился читать лунные сутки. Те, кто читал календари, относились нормально.
Вот сюда я высыпал орешки. Их уже нет. Съели. Вот, и когда началась передача, я читал «Лунные сутки», у несведущего народа это вызвало бурю эмоций и фантазий. «Лунные сутки», хо-хо-хо-хо. Они очень воодушевились. Подумали, что какая-то ересь через экран не сольется на них. А тут стоит Петрович и бровит им. Энные лунные сутки. Было очень весело. 3 километра. Но тем не менее, читались. Куда-то белка удрала. Что тут у нас еще? Заверши тренировку. Нет, мы идем дальше. Как она реагирует на то, что ты остановился? Мы идем. Тем не менее, в газетах, возможно, сейчас мне трудно вспомнить, астропрогноз был, но это несколько иное. Возможно, и были до меня, это в газете «Оракул». Но после того, как «Лунные сутки» начали читать по ТВ, они тут появились во многих газетах. А сейчас практически многие радиостанции читают свои «Лунные сутки» или прогнозы на день. Календарь «Огородника» излагает все это с учетом лунных суток, когда какие полевые работы делать. То есть вот эту фишечку схватили радиостанции и подсадили, начиная с Первого канала, массы народа на то, что они хотят услышать, а что им рекомендуют лунные сутки на данный день. И теперь смотрите. Каждый, естественно, пишет по-всякому. Вообще, чтобы написать «Лунные сутки», требует определенных знаний. То есть это не просто так взял и сделал прогноз по лунным суткам. Ты должен понимать суть того, как это работает. И вот в свое время на том же Первом канале от меня требовали, чтобы каждый месяц лунные сутки... Что тут у нас? Заверши тренировку. Нет, мы идем. Каждый месяц те же лунные сутки были прочтены по-другому. Та же информация, но изложена другими словами. Представьте себе, 5 лет работы и 5 лет мне приходилось несколько по-иному все это излагать.
иногда, вернее, так скажу, это вызывало у меня недоумение, зачем одно и то же читать по-разному. Записали бы разок, и я стою в костюмчике, эти лунные сутки подлаживают под новый день, новый месяц. Это значительно облегчает мою работу. Нет, надо вот так вот. Это особенности телевидения. И вот здесь-то возникла особенная вещь. Писать-то их особо никто не может. Могу только я. А я начал лукавить, чтобы облегчить себе работу. Хотя там продюсер Марина, ее не просто было провести. Перед ней лежал текст прошлых лунных суток, которых она встречалась с тем, что я говорю. И все это просто так не проходило, но тем не менее. Я все-таки облегчал себе работу. Не всегда читал то, что... Вернее, не всегда изменял лунные сутки, как рекомендовали. Кстати, и начальство следило за этими лунными сутками. Люди не просто так жуют свой хлеб на Первом канале. Они там отслеживают свою работу, что там, что там, как там. Насколько ты популярен, нужен. Короче, я мухлевал, хитровал в меру возможного. Видя это, пробовали, говорили мне, мы сами напишем лунные сутки. Пробовали писать и другие. Та же Марина, звукорежиссер, еще там кто-то. Они думали, что это все легко и просто. Нет. Нет, это нелегко и просто. Особенно, знаете, одно дело написать текст, другое дело его прочитать так, чтобы смысл, текст, интонация, легкость произношения ложились на язык, чтобы меньше было шипящих, потому что с этими шипящими зашипище. Одно другое слово написано, вроде бы написано складно, но когда начинаешь читать, оказывается, ты не прочтешь. Вот тут-то и возникла проблема, почему их надо писать вот так, как я, потому что их надо читать. Они попробовали, и у них ничего не вышло. Кто не пробовал, скатились на повторы. А потом плюнули на это дело. Так, чему я сделаю такой долгий-долгий разговор веду? Я веду к тому, что сейчас пишут, читают лунные сутки все, кому не лень. Не вдаваясь в их не особый смысл. Написали, эта фишка пользуется у населения спросом, давай читай. Популярно читай и все. Я же, как родоначальник этого дела, особенно в России, книг, родоначальник книг по здоровому образу жизни, с меня они получили могучий толчок, телевидение, передачи подобной нету, есть там, рекламируют лекарства, ни натуропатию, ни народную медицину, ни естественный образ жизни. Мало специалистов, которые могут это преподнести соответствующим образом.
разбираюсь с восточной медициной и так далее. Опять-таки, отвлекаясь от темы, скажу, почему охотно на передачу шли целители. Потому что я мог их объяснить так, как они сами не могли это сделать. Так вот, у меня возникла мысль. И появилась возможность на YouTube это сделать. До этого кое-кто мне советовал это. Мол, сзади твои книги должны быть, чтоб все это продавалось под соусом лунных суток и прочего. Но так как я раньше лунных суток начитался, книг сам напродавался, что мне, то есть я все это прошел, это мне это все надоело, я все это пропустил мимо ушей. А теперь... А вот она, видите, сойка сидит. Вот тут я оставлял орешки, она все эти орешки и повытягивала. Вот кто забрал орешки. Теперь все ясно. То есть, было пропущено мимо ушей, потому что в свое время, это в свое время мне надоело до печенок. Но тем не менее... У меня возникла мысль в данный момент. Конечно, они были правы. Просто они на усталого человека в пожилом возрасте набрели и предложили ему заниматься этим делом. А почему бы действительно не почитать все это? С чувством, с толком, с сознанием дела. Что у меня есть. У меня-то эта фишечка есть. Растолковать. И такие рекомендации на каждый день. Выдавать. Что надо по физиологии. Что по интуиции. По сознанию. По возможностям. Плюс... По снам можно делать рекомендации, к чему тот или иной сон снится в те или иные лунные сутки. То есть забрать то, что стали использовать другие. И причем не так, как это, как следовало бы использовать. Плюс сюда добавить биоритмологию. Годового цикла. Этого еще более интересно. Более того, так как я пишу в календаре, заинтересовался, почему тот или иной день называется в честь того или иного святого или какого-нибудь там природного явления. И я только раз по народному календарю прошелся, и многое выяснил. Например, все празднуют, особенно на Западе, день Хэллоуина, день нечистой силы. Что это за фигня такая вот у нас в Америке есть, вот такая вот, покаркай. Что это, мол, такое? Такая, мол, фишка. Ой-ой-ой. Модная у них. И нужна. Надо, чтобы она и у нас. Кар-кар-кар. 4 километра прошел. Оказывается, этот же день имеется в нашем русском народном календаре. Этот день значится как день проводов нечистой силы, которая идет на зиму зимовать. То есть
То есть у нас это есть. И более того, почему это в Америке есть? Да потому что с Европы были переселенцы, которые завезли эту традицию туда. То есть ничего удивительного нет. Не от индийцев же они взяли этот праздник. Там индийского ничего нет. Там все европейское. Теперь якобы это американское. У нас это есть. Есть. Смотрим на заграничные наклейки. А сало русское едим. Вот этот календарчик. Я описал, разочек его выдал. Он пару тиражей прошли и все. Больше его никто не повторяет. Что тут маленькие издательства поумирали? Другие укрупнились, и такие-таки договоры тебе дают, предлагают на 10 листов, что можно офигеть от подписки, и согласно этому договору и книгу не надо выпускать. Они могут тебе сделать штрафные санкции, и ты им будешь еще должен. Такие неприятные вещи. Человека равняют в пыль, и эта тенденция везде, везде. И поэтому я перестал на этой почве с кем-либо контачить. Как только поговорили по рукам, приходит с юродела юрист со своим договором, в котором я даю книгу, они издают и все, и платят. На первой странице, на одной, все это должно было уместиться. А там идут еще 10 с лишним листов, различные пункты. Я говорю, зачем это, эти пункты? Да так надо. Я им говорю, вот научитесь составлять договоры на одном листе, тогда подходите. И на этой почве я поругался практически со всеми издательствами. Перечислять не буду, все они мне стали не по душе со своими договорами, хотят в дугу загнуть, нет так нет. Вот такая мысль возникла, все это дело почитать, поделать, включать рецепт дня. И YouTube сейчас, у него есть такая фишечка, что это можно записать, а потом автоматически будут выкладываться соответствующие дни, через день, через два, через три. Такая вот бессвязная, долгая беседа. Но тем не менее, кто ее дослушает до конца, поймет, о чем я говорю. Мысль моя понятна. После этой беседы, конечно, все можно кратко сформулировать. Но чтобы сделать кратко, сначала надо в это дело вникнуть, его разложить по полочкам, понять, что и как. Что делает это, что делает то. И потом только все это можно кратенько суммировать. В данной беседе я все разлаживал по полочкам. Сколько у нас? Видите, дело идет к концу. 5 километров и харе. Так что я сейчас начну это делать. Кстати,
я столкнулся с тем, что существует еще народный календарь старославянский. То есть вот это все эти новые, так сказать, нововведения, которые возникли со сменой веры. Например, день с Ивана Купалы, который был самая короткая ночь должна быть. Посмотришь день Ивана Купалы по христианской традиции, уже совершенно иной. То есть была внесена масса всевозможных искажений, чтобы старославянский календарь, основанный на природных явлениях, перестал работать. То есть люди не могли им пользоваться. Все делается для того, чтобы все это исковеркать. До сих пор лично мне непонятно, почему Рождество у нас 7 января, это у христиан православных, а у католиков 25 декабря. То есть, кто кого хочет надуть и зачем это? В таких основополагающих вещах нету единой точки мнения. И вот что этим хотят показать? Я, если хватит у меня терпения и сил, потому что, говоря словами Юлиана Семенова, писатель должен иметь чугунную задницу, то есть особую усидчивость, дабы сидеть и барабанить по клавишам. Раньше это была пишущая машинка, а еще раньше писать от руки. Это надо время сесть, чтобы человек мог часа 3-4 посидеть и что-то написать. Уже такие люди большая редкость. А еще больше, если кто-то работает с архивами, чтобы пойти в архив, в библиотеку, посидеть, что-то выбрать, выписать, это огромная вообще работа. И так как я уже тоже знаком с ней и понимаю, что такое чугунная задница, а я просто сейчас не имею той мотивации, это в первую очередь нужна мотивация, чтобы ты высидел. И второе, надо здоровье, чтобы ты высидел. У меня уже тоже нету этого. Вот другое дело проходить, поснимать на камеру, смонтировать. Хотя это тоже труд. Монтаж, человек сидит. Особенно сейчас женщины в этом деле стали монтажерами. Почему? Потому что женщинам лучше сидится, чем мужикам. И они делают монтаж видео. При этом мне хотелось бы под каждые лунные сутки сочинит какую-то музычку. Я хочу сказать, что мелодию. Мелодия — это такая вещь сложная. Музыка — это проще. Она может быть не мелодична, но тем не менее. Барабанчики там, какой-нибудь инструментик, ритм и все такое. Программа позволяет это сделать. А вот мелодию ты должен иметь к этому делу особый тям. Такой мелодичный тям. Что там у нас показывают? 63 минуты я уже канаю. Прогулочка идет к концу. Вот такая беседа длинная получилась. То есть сочинить музончик под лунные суточки. Естественно, снимаю это все на хромаке. Потом подкладываю картиночку ту, картиночку эту. Это будет веселее. Я думаю, вы уже заметили это дело.
И посмотрим, что это даст. По крайней мере, я подумал, меня заинтересовал, меня вообще интересует феномен людей, чего-то добились в жизни. То есть маленькое отступление. Вот люди, которые добились во всех сферах. Народ не готов, заплевал меня на мысли. И вот, в частности, возьмем Илона Макса, создатель автомобиля Тесла, запускающий ракеты у космос. И, наконец-таки, третье направление – это дешевая энергия в виде солнечных батарей, в виде ветряков. То есть человек показал концернам автомобильным, что можно совсем по-другому сделать автомобиль. И этот автомобиль уделал все эти автомобили, которые выпускают концерны. То есть сейчас последняя фишка в этом направлении осталась, это увеличить емкость аккумуляторной батареи, чтобы автомобиль пробегал 1000 километров. Как только это случится, бензиновые двигатели морально устареют и отомрут. А к этому дело уже идет, уже 500 километров они пробегают. Вот, теперь надо сделать, чтобы все это быстро заряжает. То есть человек не автомобилестроенец, но просек эту фишечку. Можно сделать автомобиль совсем по-другому. Что ж вы до этого не додумались? Куча инженеров, менеджеров, изобретателей. И он оказался среди них гигантов. Далее ракеты запускают НАСА, МАСА, Роскосмос, все эти там, куча этих, не поймали фишку, что ракеты могут быть 5 километров, что ракеты можно с учетом современных технологий возвращать. Правда, я слушал одного нашего специалиста, который работал в космосе. Он говорит, хорошо, ракета вернулась, но для следующего запуска ее надо дефектовать, то есть подвергнуть тому, что годно, что не годно, и выявить все дефекты, все это заменить, что износилось и так далее и тому подобное. И, короче, эта работа настолько сложная, настолько дорогостоящая, что она равна тому, чтобы ты строишь новую ракету. Но тем не менее, голова у Маска, голова. И наконец-таки задолбали все со своими платными этими электричеством, ЖКХ услугами, энергиями. Куда ни кинься, за электричество надо платить, за все надо платить, 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 да? Все начинает плясать от электричества. Пожалуйста, установи солнечные батареи. Панельки на крыше раз, закрепил. Важно, чтобы они были эффективнее. И чем лучше они работают, тем больше у них КПД полезного действия. Они обеспечат твой дом энергией. Ты не зависишь от этих магнатов, которые наживаются на этом. То есть вот человек. И возвращаюсь теперь к себе любимому, вот человеку, которого вы видите. В жизни все, что у нас имеется, основано на одном, на здоровье. Есть клиники, где лечат. Умные люди говорят про профилактики, еще там что-то, еще там что-то. Но тем не менее, нету целостного взгляда.
Возможно, я его не читал, не знаю. Но явно ничего не изложено по поддержанию здоровья человека, по поддержанию человеческого здоровья без всяких БАДов, без всяких лекарств, с помощью образа жизни ничего нету. Ты ведешь себя так, с помощью образа жизни, что ты здоров. То есть вот она, главная фишка. И вот в этой области самое большое поле как творчества, так и прочего. Чем он занимался, Илон Маск? Он говорит, когда я учился в университете, я не ходил на лекции. Я брал учебник и читал его. После того, как я прочитал его, я шел и сдавал экзамен. И переходил с одного курса на другой. То есть, если у человека есть голова, то он просто прочитает. И если все это изложено по полочкам, то он может это применять и получать результаты, которые уже описаны. Так многие говорят, Петрович, мы прочитали твои книги, сделали, как ты говорил, так и получилось. Все есть, доходчиво объяснил. Также доходчиво объяснить, что этим, если ты не будешь заниматься, а будешь вести жизнь самотеком, тёком-боком, то будешь иметь, соответственно, вот такой результат. И в зависимости от того, какой результат тебе нужен, заверши тренировку. Завершаем. Опачки. Час 11. Все. Какой результат тебе нужен, такой ты избираешь. Быть здоровым, сытым, богатым, либо нищим и больным. И никому не нужным. Даже себе не нужным. Но не об этом сейчас разговор. Итак, я начинаю вести канал «Здоровый образ жизни». Кстати, я в свое время попробовал, были сделаны различные наброски, то есть, ну что, примерно на неделю, какие рубрики, какие передачи должны быть, все это я сделал, но тогда не было условий для их выставления. Где-то я их выставил в интернете. Но все это пошло в никуда. Сейчас настали иные времена, иные возможности, что что-то можно сделать. И почему бы и нет? Попробуем.